Студию «Паркета» Евгений Седых, и сегодня мы начинаем с директором детско-юношеской спортивной школы ПФК ЦСКА, то есть профессионального футбольного клуба ЦСКА, Олег Карнаухов. Добрый вечер. Добрый. Я люблю в баскетболе наблюдать за главным тренером команды, потому что как он ведет себя, как он реагирует на площадке, как он вмешивается в течение игры, потому что все рядом, все близко. У него это вмешательство как раз очень интересное. Я очень много смотрел со всеми тренерами ЦСКА в свое время. Это Рамесина был очень интересно наблюдать. Но когда пришел Литуверс, Димитрос к нам в студию, вот это вот его, скажем так, энергия хит-коуча, вот этого вот настоящего вожака, она просто притягивала мания. Все девчонки, которые там были, и моя соведущая Катя Кирилевич, они просто влюбились в нее. У моей жены Димитрос кумир номер один теперь. Очень много интересного можно почерпнуть в плане стандартных положений. То есть, когда мы разыгрываем, можно посмотреть, как ставятся заслоны, как ставятся блоки, как из под этого блока выходят. И в баскетболе это очень хорошо видно, и это не секрет, то, что многие ведущие команды имеют тренера, который действительно смотрит над этим и работает. Именно из баскетбола забрать какие-то вещи для стандартного положения. Олег, ответьте на вопрос. Какая лучшая игра с мячом? Баскетбольная пришла? Лучшая игра с мячом, где используются руки, это баскетбол. Где ноги, это футбол. Очень, очень дипломатично. Водородная бомба вам тут начинает. Благородная бомба, да. Катя Лычева, Раиса Горбачева, Алла Пугачева, Динамо Минска, Динамо Рижская и так далее и тому подобного. Сколько всего длится разминка, скажем, одного футболиста? Вы знаете, час? Да какой час? За час устать можно. Ну, что там делать? Первое правило – не устать на разминку. Мне говорят, в детском футболе, когда маленькие дети приходят, им надо размяться. Дети в таком возрасте, в маленьком, они переоделись уже, сходили в туалет, они размялись уже, их не надо разминать уже никуда. Зачем это все делать? Вот, все остальное. Нет, профессионально… Цитата Олега Карнаухова. Сходили в туалет, уже размялись. Американский сленг в баскетболе, его полно, он повсеместно. Англицизмы, американизмы. В футболе русский мат. Везде. Куда бы ни приехал русский футболист, он везде первым словам научит здесь. Или же, если иностранцы приезжают, у них первое слово мат, второе слово где деньги. Вот это. Подождите. В Испании, конечно, испанский, поэтому. Знакомый вам талисман. Вот, поэтому баскетбол официальный язык. Американский считается. Вот, поэтому в футболе это, наверное, каждая страна она отдельно. Гончаренко остается? То, что он сказал вчера на пресс-конференции, значит, наверное, остается. Потому что он сказал, что я как... На вопрос, вы остаетесь или уходите, он сказал, что я стою перед вами. Я здесь стою как-то главный тренер, значит, я остаюсь. Инсайдерской информации у меня пока никакой нет. Поэтому я верю в то, что говорит главный тренер на пресс-конференции официально после матча. Величайший певец платиновой связки России. Не знаю, какие еще титулы можно такие вот шуточные передать. Иван Викулов. Ну и на какой позиции удобнее играть? Ну, я играю и в футбол, и в баскетбол на позиции защитника. Правда, в баскетболе защитник – это немножечко другое. Когда выходишь на площадку с людьми, которые умеют играть в баскетбол, я люблю просто очень баскетбол, очень люблю. Я занимался, я из Омска, учился в одной школе с Андреем Воронцевичем, кстати. Да, правда, он помладше, ну, немножечко. У нас ЦСКА, когда игрок набирает вот там 99 или 98, игрок забивает и счет за 100 переваливает, он должен проставиться пончиками. Что-нибудь подобное вы перейдете? Есть там какой-нибудь спектакль? Там, нет, ну... Взял высокую ноту, пончики. Нет, брать высокую ноту ты обязан всегда. Это как бы пончики, не пончики. Но так называемые проставы, скажем так, они тоже существуют. Если вот если у тебя премьера, то есть спектакль уже существует, а ты туда входишь, входишь новым человеком, ты, ну, негласное правило, обязан проставиться. Не буду говорить чем, но не пончиками. В оперете было такое, например, что нужно что-то выполнить, или там не задохнулся, и такой, вот хорошо, что я вот занимаюсь спортом. Ну, абсолютно точно, спортивное прошлое мое, да и настоящее, оно помогает в любом случае. Потому что зачастую в оперете, оперетта это вообще называют жанром молодых. Всегда молодых, сколько бы тебе лет не было. То есть ты должен выйти на сцену, умереть, но с улыбкой. Это правда. А чтобы всегда там быть с улыбкой, чтобы у тебя все получалось, у тебя должно, естественно, дыхание быть просто железобетонное. В этом спорт, несомненно, помогает. Можешь ли пропеть чуть-чуть? Кричалочка. От тайги до британских морей. Помнишь мотив?
отойди, отойди, до британских, британских морей. Красная армия всех сильней. Тара-па-пам-парам-парам-пам-пам. Слов не знаю. Парам-пам-пам. Да громче, да громче музыка, играй победу. Мы победили, враг бежит, бежит, бежит. За ЦСКА, за Родину, за веру. Мы грянем громкое. Ура, ура, ура! Дорогие друзья, уважаемые болельщики лучшего баскетбольного клуба мира, я не побоюсь этого слова, я желаю вам в наступающем новом году здоровья, самое главное, удачи, счастья и побольше радостных дней. Ну и, конечно, всегда болеть за нашу команду. Но это так должно быть. При любых условиях ЦСКА всегда будет первым.